долгие годы правления хана Узбека стали для Золотой Орды временем не только значительных политических реформ, но и больших культурных перемен, связанных с введением ислама. Узбек-хан обновил и преобразил ордынскую столицу Сарай. В городе были возведены новые мечети и медресе, а мусульманское духовенство получило большой вес при дворе. Курс хана на распространение мусульманской веры и культуры встречал сопротивление влиятельной старомонгольской знати, и в масштабе всего государства реформы продвигались не быстро. Потому хан нуждался в поддержке населения тех регионов страны, где ислам уже был распространен задолго до прихода узбека к власти. Такими регионами Золотой Орды были Хорезм в Средней Азии и Крым. В ордынской столице полуострова, городе Крым, еще со времен Бату существовала мусульманская община. Первые мечети в городе появились в 1260-х годах. В самом начале правления узбека, в 1314 году, для жителей крымской столицы была построена мечеть, широко известная сейчас как мечеть Узбека. В арабской надписи на покрытом узорной резьбой портале мечети правитель Золотой Орды упомянут под своими двумя именами – тюркским именем Узбек и мусульманским именем Мухаммед. В надписи также упоминается некий Абдул-Азиз, сын Ибрагима из Ирбиля, ныне город в иракском Курдистане. Абдул-Азиз мог быть архитектором либо строителем мечети. Имя другого выходца из Ирбиля, Махмуда, сына Османа, обнаружено на камне из развалин Дюрбе рядом с мечетью. Видимо, мечеть строилась целой бригадой иностранных мастеров. В письменных источниках и на архитектурных памятниках того времени встречаются имена и многих других иностранцев, живших в Крыму. Они прибывали в Крымский улус из Ирака, Коньи, Алеппо, Бухары. Все сведения об ордынской столице Крыма той эпохи свидетельствуют, что город Крым при Узбеке достиг высшей точки своего развития, как важный торговый и культурный центр международного значения.